Привет, Егор. Мне очень понравилось твое наблюдение на тему вопросов и то, как эти вопросы задавал Иисус, и при этом изменяли жизни людей. Очень здорово, что ты поделился искренне тем, что тебя трогает в Слове Божьем. Я думаю, несомненно, в этом что-то есть. Вот попробую ответить на твой вопрос. Как вы думаете, могли бы, если что было бы, если мы имели те вопросы, которые мы могли спасать? Да, так он звучит вопрос. Что если бы мы могли задать вопросы, которые спасают жизнь людям? Но я думаю, что не существует такого инструмента в отрыве от Бога, который бы мог так сильно и существенно менять жизнь у людей, тем более их спасать. Конечно, Бог делает удивительную работу через вопросы, может делать удивительную работу еще через очень многие инструменты, потому что Бог, он не шаблонный, он живой. И дело не в инструментах, а в самом Боге, который меняет. Это с одной стороны, но с другой стороны, в самих вопросах что-то есть. Что-то есть такое, на что стоит обратить внимание, потому что сам Иисус часто задавал вопросы. Однажды я читал Евангелие специально для того, чтобы посмотреть, какие методы ученичества использовал сам Иисус. Прочитал одно Евангелие в таком вот ракурсе. Один из моментов, который заметил, это то, что Иисус задавал вопросы. И, видимо, это очень как-то эффективно действовало и работало. Видимо, если вот даже в конкретной ситуации с женщиной, если бы Иисус просто констатировал факты, что вы тоже грешные, вы не можете обвинять человека, потому что вы тоже грешны, вы не судьи. Ну и в таком ракурсе бы он говорил, то это не воспринялось бы. Видимо, когда Иисус задает вопросы, он обращается к нашему внутреннему человеку, к нашей совести, к нашему духу. И мы непроизвольно начинаем искать ответы. То есть в нашем внутреннем человеке начинают происходить некие такие процессы, позитивные, которые начинают тебя менять и изменять изнутри. Написано, обличаемый совестью, да, начинает работать совесть. Какой-то вот происходит процесс взаимодействия духа человеческого и духа Божьего. Я думаю, так. И это Иисус эффективно использовал. Однажды для себя в общении с людьми я тоже сделал такой вывод, что если я, например, знаю поверхностно какой-то проблеме человека, и у меня уже вроде как бы возник ответ, что нужно этому человеку, чтобы ему стало лучше. И если я ему просто это констатирую фактом, на самом деле, во-первых, человек это не воспримет, во-вторых, я могу тоже ошибаться. Но вот что я заметил. Если я не даю человеку в его проблеме готовые ответы, а просто я задаю ему вопросы, чтобы он сам вышел на эти ответы, сам нашел решение этой проблемы, то это получается гораздо-гораздо эффективнее. Этот ответ – это то, к чему человек сам пришел, а не ему кто-то дал. И те вещи, которым человек именно сам пришел, его самого осенило, он сам открыл, вот именно эти вещи как раз начинают очень сильно мотивировать людей меняться и чего-то делать, чем те вещи, которые тебе просто вот на блюдечке принесли, и ты попытался их съесть. Поэтому действительно в этих вопросах
есть большой смысл, над ними стоит подумать, и думаю, их стоит использовать, конечно же, в союзе и в совместной работе со Святым Духом. Будут большие приносить результаты. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо тебе еще раз, Егор, тоже за интересное наблюдение.